Всем привет! Сегодня с вами я, Яна, и я расскажу вам о погоде, которая ожидает вас в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, в субботу, 26 декабря, температура воздуха днем достигнет минус 1 градуса по Цельсию. К вечеру ожидаемое понижение температуры до минус 3 градусов ниже 0. В воскресенье, 27 декабря, температура воздуха днем 0 градусов. К вечеру ожидаемое понижение до минус 1 градуса ниже 0. Будьте осторожны, ожидается туман. Ищите наряд на новогодний корпоратив или новогоднюю ночь, или не знаете, что подарить своим близким, справочник «Блокнот Волгодонска» поможет вам. Переходи по ссылке в описании и подбери то, что нужно именно тебе. Всем хороших выходных, будьте в курсе новостей при любой погоде.